Сегодня ребята построят деревни из 10 блоков, 100 блоков и даже из 1000 блоков. Посмотрим, у кого из вас получится самая крутая деревня. Может это будет у тебя, а может это будет у тебя, а может у тебя, а может у тебя, а может и у тебя. Кто ты такой? Удержит нас в заложниках, помогите. Это неправда. Сейчас вы будете строить деревню из 10 блоков, да? Все, можете строить деревню из 10 блоков. Мне очень интересно, какие они будут. Время у вас неограниченное, можете строить сколько хотите вообще. В общем, не 10 лет стройте. Постройки из 10 блоков готовы, и мы их сейчас будем смотреть и оценивать. Ты будешь первым за то, что испортил мне жизнь. Жил-был один бы-был, он был бы-былом. И он решил свою лодку сделать. Сделал лодку, понял, красивая. Понял то, что ее можно продать. И он начал делать лодки и их продавать. Так он стал предпринимателем. Вот. Да уж. Мне сейчас очень интересно, кто этот предприниматель. Наверное, точно не этот йогурт с тыквой на голове. Ее бабушка подарила, я ее распилил. Ну, что сказать, давай посчитаем, сколько тут блоков. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать. Куда дерево пропало? Дерево исчезло, все. Это для баланса вселенной. Мы этого не видели. Видели. Ладно, зачем я сюда пришел, знаешь? Ты пришел в деревню и не знаешь, где деревня, ну вот деревня. Нет, дерево есть, значит... я вообще-то пришел к тебе покупать лодку. Ну покажи, как она плавает. Она плавает просто замечательно. Давай, как ехать? О, лодка реально едет, все классно, я беру, сколько с меня? Тебя 10 тысяч ухо-коинтов. Дать йогурту 10 тысяч. Все, оплачено. Теперь лодка моя. Я надеюсь, что твой бизнес будет развиваться. Из 100 блоков ты построишь огромный офис. А из 1000 небоскреб. А если не построишь, я тебе поставлю 0 из 10. А пока я ставлю 10 из 10, потому что это клево. Он из 10 блоков сделал рабочую лодку, рабочий дом, рабочий все. Йогурт, я этого не ожидал. У тебя максимальный балл 60 из 60. Все тебе поставили 10, представляешь? Нифига. Ухо, что сделать с тем, кто проиграет? Это очень интересный вопрос. Я скажу вам в конце. Это деревня Ухоград. 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 А где сама деревня? Какой-то базар. Бюджета нету. Такое ощущение, как будто здесь больше 10 блоков. Сейчас посчитаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать, двадцать один, двадцать два, двадцать три, двадцать четыре, двадцать пять, двадцать шесть, двадцать семь блоков. Что? Ух ты, сколько сказал у меня? У тебя 27 блоков. Это слишком много. Все, мы тебя уничтожаем. Чуть больше. 56. В дырку. Пока. Куда ты там упал? Я сам не знаю, что в этой яме. А еще за то, что ты использовал очень много блоков, я поставлю тебе не 10 из 10, а поставлю 3 из 10. Я еще историю не рассказал. Давай, рассказывай, у тебя есть последний шанс. Короче, на границе рядом с Ухоградом жил в палатке мужчина, которого звали Петя. Он собирал яблони... яблоки и продавал их возле Ухограда. У него очень мало было посетителей, и он часто выкидывал просроченные яблоки. И в один день, когда он выкинул просроченные яблоки, он возле мусорки нашел книгу, которая называется «Все о криптовалюте». А что было дальше, это в 100 блоках будет. Ладно, мы ставим 10. У тебя 46,5 очков. Ничего интересного, меньше, чем у йогурта. Ух, давай, короче, что-то так посрочь, то, что я выиграл в этом видео. Потому что если я проиграю третий раз подряд, то меня вряд ли вообще возьмут. Это город, это деревня из смайликов. Если посмотреть вот так, то здесь прекрасная деревня, в которой есть много домиков. А если посмотреть с другой стороны, то тут ничего нет. Совсем ничего. Стоп, ты просто взял, поставил табличку, написал на ней смайлики, а потом хоп, и все. Вот мой город. Он из 10 блоков сделал 7 домиков, солнышко, больницу и даже мечеть. Что? Ну, за эту деревню прям 10. Тут есть все, и это всего лишь 10 блоков. Фактически этот дом состоит из одного блока. Но если посмотреть так, то ничего здесь нет. Но все равно это прекрасно. А еще за это лайк. И здесь 51,5 очков, это много. Жил-был
меня взяли в их рабство. И я заработала блоков себе на дом. А какое рабство? Вообще о чем? Так и было. Так не было. Ты сам пришел по своей воле. Что у тебя с глазами? Я просто млекопитающая лягушка. Мы такое по биологии еще не проходили. О, что? Тут тоже используют смайлики. Смотрите, какая красивая детализированная дверь. Это просто смайлик. Ну, за историю 10. Здесь 47 очков. У тебя на пол очка больше, чем у вот этого молодого терминатора. Ну все, я выиграл, значит. О, что это за деревня такая странная? Смотри, короче, сейчас я тебе прочитаю историю, которую 100% я сделал. Бомж жил в пещере, короче, он боролся с трудностями и нищетой, однако благодаря своей настойчивости ум он научился готовить вкусные блюда из оставшихся продуктов. Вот, и короче, его позвал на встречу богатый предприниматель. Он станет известным и построит здесь деревню. Ну, типа, смотри, тут пристройка к скале, понял? Да, я понял. Мне кажется, ты просто взял из интернета. Нет. Ах, ладно, не взял, потому что я стал страусом. Ладно, ставим 10. Так уж и быть. Вот, видишь, тут даже бомж тот самый есть. Бомжур? Да, он бомжур. Нет, типа бонжур, но такой бомжур. Я понял. 49 чего-то там кучков. И это последняя деревня. Видимо, она самая необычная, потому что она летает. Смотри. История такова, что людей отправили на экспедицию в поиске новых мест для жителей, потому что старые города разрушали, деревни и так далее. Люди нашли летающие острова и решили на них поселиться. Все? Да. Куда остров упал? Я только хотел на него посмотреть, а он уже стал из нелетающих островов. Да уж, остров как-то выглядит странно, тут домик, вода. И все. Погодите, стоп, надо посчитать, сколько там блоков. Что-то у меня подозрение, что там этот... Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь... Да! Раз, два, три, четыре, пять... Пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. На удивление, ровно 10 блоков. А я уже... Ой. Ладно, раз тут только 10 блоков, то мы ставим 10 очков. В принципе, справедливо. Да уж, на удивление, у этой постройки 53 очка. Я даже не знаю, как так получилось. Что-то странно. Пришло время построить деревню из 100 блоков. Теперь вы сможете прокачать это в нечто более крутое. Да, тут должен быть эпичный монтаж. Ну что, ребята, вы готовы? Я думаю, молчание знак согласия. И он 100 взлетает. Начинайте строить. Ой. Деревни из 100 блоков готовы. Ура! Стоп, ура. Что это за квартира, а? Ну ладно, до этого доберемся потом. Йогурт, давай показывай, что тут у тебя с лодочным бизнесом. То есть вот уже появилась лодочка такая скоростная. Сколько она стоит? Она стоит уже 100 тысяч коинов. А почему у тебя тут нет домиков всяких разных, тут заправки? А зачем мне домики, если у меня есть лодки? Ну у нас типа деревня, ну ладно. Дай хотя бы посмотрю, что за лодку ты сделал. О, она работает. Жестко. Я не буду ее покупать. Эх. Что-то у тебя на деревню не очень похоже. То у меня тут есть яхта за 1 миллион коинов. Мне кажется, ты строишь не деревню, а какой-то этот, как это... Морской плот? Нет, предприятие. Развитие бизнеса, короче. Я ставлю 8. Я получу наказание. Да что такое? У тебя вообще первый раз 60 из 60 было, так что не получится. А, блин. 48,5. На этот раз у тебя меньше. Бизнес катится ко дну твой. Надо деревню строить. Это скучно, вот, кораблики. Ни у кого нету корабликов. И мы пойдем дальше, пока. Мне было интересно, что это за квартира, но мы ее посмотрим в самом конце. Чтобы было интересно. О, вот эта деревня с вертолетом, цветочками и табличкой. Это, кажется, название деревни. Раб. А слово работа. Да. У моей деревни появилась река, а тут название, имя автора, кто это сделал. А я. Также тут выросли цветочки, плодородная почва появилась у нас. Появилась кузница, мы теперь можем кузничить железо. А. И также мельница, она вот уже сделала муки. Ясно. А где жители, мне интересно, которые все это делают? Жители, они спят еще в домах. Да уж, ладно, тук-тук. Ладно, я вижу, в твоей деревне идет прогресс, тут построилась кузница, мельница, значит, что все хорошо, и мы ставим 10 за цветочки.
правильно. О, кстати, ты побил свой рекорд. В прошлый раз ты получил 47 очков, а в этот раз 47,5 очков. Ура, лягушка побеждает. А вот бизнес йогурта падает вниз. О, нажми кнопку. Вот эта постройка меня очень интригует. Мы ее посмотрим. Сейчас посмотрим на деревню. О, что? Это деревня Исмайликов, версия 2.0. Это первая деревня, в которой есть люди. Тут два челика бегут. Кто быстрее, там еще трактор едет. Горы, домики, самолет падает. А почему она падает из солнца? Не знаю. Наверное, самолет врезался в солнце и поэтому загорелся. Моя версия. Слишком далеко, ну ладно. Ну тут есть люди. Ну, в общем, ставим 10. Слишком прекрасно. Аптека тоже побил свой рекорд, теперь у него на одно очко больше, 52,5. Мне кажется, я пока буду тут с вами оценки читать, уже математиком стану каким-то. Летающие острова. Выглядит красиво, мы их сейчас посмотрим. Недостроено. В смысле? Да. Давай показывай. Мне тут еще пару минут, звук надо было добавить. Ладно, добавляй. Спасибо. Тогда мы пойдем разорять соседнюю деревню. Готово? Нет, ну, не готово. Там... Нас из всех деревень выгоняют. Придется пойти смотреть квартиру. Можно мою заново посмотреть? Нет, нельзя. О, у тебя тут тоже цветочки растут, то какие-то странные, потому что когда я кручусь, то они становятся другими, более темными. Что за магия? В таких поселках городского типа, как Ухоград, может все что... Стоп, мы же строим деревни, а не огромные многоэтажные квартиры. Это деревня городского типа. Это... Чего? Я вижу сзади тот прилавок с этим дедом, который продавал яблоки, теперь весь в тени из-за новых построек. Теперь он грустит. Все, сносим этот дом. Нет, не надо, я же пошутил, не надо. Давайте зайдем в дом, посмотрим, как там живется. Там ты не знаешь пароль от домофона. Я думаю, нам надо залезть через окно, потому что там кто-то играет в компьютер, вот, кто это. Это тот самый дед, он переехал в этот дом, и теперь он играет в компьютер. Да уж, квартира у него стрёмная, зато у него есть дверь. Ладно, давайте оценим. Это совсем не похоже на деревню. И поэтому мы ставим... А историю мне не надо рассказывать? Ну расскажи, может это поменяет ход истории. После того, как Витя на своем привалке... на столике с яблоками прочитал про книгу про криптовалюту, теперь усердно рисует NFT, чтобы стать богаче. Так уж и быть, за деда с криптовалюты ставим 10. Молодец, в общем. Это окно разбито или там стекло? Человечек. Смотря как посмотреть. Ну, в общем, тут два соседа теперь живут по соседству. Одного есть такой дом, другой вот этот. Ладно, мы оцениваем на 10 из 10. Вообще, мне кажется, это меня надо спасать, потому что меня заставляют всем поставить 10. Хотя я сам ставлю. 54,5. И осталась последняя деревня, самая странная. Потому что в ней есть целых 4 дома. Соба, это что за там за домики? Поселенцы диких туземцев. Ой, поселение. Короче, смотри, за ожидание я тебе дарю здесь дом. Вот он, заходи. О, синий дом. Я не для люблю. Для тебя не жалко. Да уж, тут внутри какой-то бетон коричневого цвета. Да, для тебя не жалко. Ну и живите в своем доме. Это земля, понимаешь, для хозяйства. Ладно, за то, что ты так поступаешь со мной, я тебе ставлю 0 из 10. Ладно. Историю, да, расскажу все. Давай, короче. Рассказывай. Тот самый бомж заработал много денег. Вместо того, чтобы купить себе хороший дом, он пожертвовал их на благотворительность. После чего они все вместе построили ему домик в этой деревне. Ну, кому он пожертвовал. Вот. И поэтому он живет здесь теперь. И потом он, короче, еще станет миллионером, но... Это что, мистер Бист тут живет, что ли? Не знаю. Жестко. Ладно. Ну почему все меня стреляют? За что? Ставлю 10 твердым знаком, все. Это что такое? Это что за число? Это мое число, 9 с твердым знаком. В прошлый раз у тебя было 49 очков, а теперь 46. Скатываешься вниз. Ну я сейчас такое построю, только дай позже 40 часов. Ладно. В общем, теперь самая интересная часть. 1000 блок. Почему она интересная? Потому что все постройки станут очень крутыми. То есть эта постройка будет в 100 раз круче, чем та, которая была в самом начале. Все, запуск. Ой, что-то цифра 1000 не взлетела. Ладно, примонтажируем. О, что? Это, мне кажется, мировой рекорд по прохождению был того-то. Привет. Это твоя деревня из 1000 блоков. Выглядит как-то не впечатляюще, если честно. Просто 4 домика, речка, мостик, чё? Идём за мной. Ладно, иду. Ба-ба-бам. Что, я в домике? А почему я такой маленький? Ну ладно. Это настоящий деревенский дом. Есть вот такой вот стол, как у бабушки. Окно. Можно посидеть, попить чай. И здесь ещё есть шкаф с таинственными бабушкиными вещами.
которых лежат 250 тысяч тонн тротила. А еще я не смотрел, что в шкафу у бабушки, ну ладно. И все, конец? Нет, подожди. Нет? Сейчас бабушка придет. Бабушка! Что это такое? Это бабушка. Теперь будем снимать 100 дней хардкор выживания у бабушки. А что в остальных домах интересно? А там ничего. А чё, все это, все, что ты построил из 1000 блоков? Как-то твой город и смайлик мне понравился как-то даже сильнее. В общем, я ставлю 9 и 5. Тут 50 очков и все, ровно. У тебя тут появились домики, наконец-то. Я ждал этого столько лет. И тут твое предприятие прям выросло. Появился супер огромный этот яхта, короче. Да. Дай покататься. Сколько стоит? 1 000 000 коинов. Что-то дорого. Мне кажется, это яхта из того самого. Ой. Ну все, сломал. Нормальная яхта, ты не ту выбрал. Будет ты мне бракованную дал, поэтому ты мне вообще должен возместить ущерб. Какая яхта. Ты хочешь сказать, что это стоит 1 000 000? Ну да. Это все строительство. Строительный материал. Инженеров. Весь этот мотор. Йогурт, знаешь, что я тебе скажу? Что? Я куплю у тебя эту лодку за 1 000 000, а потом продам ее за 5, потому что она стоит гораздо дороже. Ладно, я ставлю 10 без палки. Видишь, забивные тут появилось еще 1, 2, 3 забивных, точнее, забивных таких дерева. Видишь, они отличаются. Одна листва такая, а другая такая, только она сякая. А еще здесь такая забивная крыша, видишь? Ладно, пожалеем йогурта, поставим ему... В общем, ставим 10. Давайте наберем под этим видео 10 000 лайков. И тогда мы сделаем битву строителей в Roblox студии. Там можно строить человечков, которые будут бегать, монстров. Там очень, короче, очень круто. Кто-то я оценил. Йогурт, в твоей компании снова рост на 3,5 очка. Чё? Надо больше яхт делать. В общем, все, йогурт больше не снимается с нами. Набираем 10 000 лайков, он снимается. Да ладно, шутка. Это же дом того самого Вити, который продавал яблоки и стал миллиардером. Ура. Привет. Давай рассказывай нам историю. Из-за той книги, которую нашел, он поднялся до небес. Он перестроил весь Ухоград. Все были богаты и счастливы. Ладно, я хочу пойти к нему в гости. А чё, как зайти? Вот это да, у него хором. Ну, а чё, все это, все, что ты построил с 1000 блоков небесный? Почему? У меня даже лучше. Короче, давайте набираем 10 000 лайков. Мне, ставим 10-ку, и я становлюсь другом канала вместо йогурта. Где Витя? У Вити 50 очков. О, привет, кстати. Деревня Раб. Да. Деревня Раб. Тут выросла вот такая черная гора, но она не доросла еще. Чего? Ой, а что здесь произошло? Почему здесь везде дым? Это облака. Это облака. Расскажешь историю о том? Тут, короче, их население росло, и зародился один RGB-челик, который был очень большим, и он был только красным. Потом он, конечно, умер, но он стал ихней религией, и теперь они ему все время будут поклоняться. А он вот на облаке. Жестко. Вот здесь его могила. Что это за человечки такие? Я так и не понял. Это RGB-человечки. Мои потомки. Твои потомки? Да. Ничего необычного. Так прикольно наблюдать за маленьким городом. Но почему-то я не испытываю никаких эмоций, радости. Цветочки, ура. Ставим 10 за классный сюжет, за классную реализацию. Ты побил все свои рекорды. Ты набрал на 10 очков больше, чем в прошлый раз. 56,5. Ты куда развалилась? Нет. Если вы поставите 15 000 лайков, то вас не захватит RGB-вирус. А тебя захватил? Да. Я вот не поставил. Ты не поставил лайк, так еще пришел сниматься видео, да? Да, мы уже не можем придумать новый байт на лайки. Короче, просто подпишитесь. И поставьте лайк. Что это такое? Это прям прекрасно. Это пока что, если честно, самое странное, что я видел, но это прям будущее. Будущее, тут летающие машины. Вау, клёво. Как ты это построил? Всего лишь 6 000 блоков. Пройдешь экскурсию? Смотри, короче, вот лифт залазит. Короче, тут были рестораны, произошла авария, и все отсюда, короче, сбежали, понял? Ой, а почему мы здесь? Даже машину свою оставили летающую, клёвую. А я её заберу. Ну, они лимитируют там бесконечное электричество, поэтому здесь такие летающие. Жёстко.
Вечный двигатель изобрели. О, это клево выглядит. Что это? Ну, это типа на этом они летают, понял? А, понял. На палках. Но пока что эта постройка мне понравилась прям за то, что она из будущего. Я ставлю 10 безоговорочно. Ты побил свой рекорд и набрал 57 очков. У йогурта 160,5 очков. У небесного 148 очков. У Колы 151. У Вантуса 152. И у импостера 162,5. Импостер первое место. Ура! А небесный последнее. Опять. Небесный уже 4 раза подряд проигрывает в наших видео. Теперь ты должен приготовить нам очень вкусный бургер, который нам понравится. Давай, иди готовь. Я буду тебя ждать здесь, я жду бургер. Мы берем тарелочку так. О. Моя мышка тащит сыр. Что будешь делать? Она твой сыр украла. Наверное, в бургер ее положу к тебе. Дальше. Берем котлету, жарим. Крысы! Ой, она поджарилась, она горит. Крыса горит, нет. Спасайте крысу. Кто будет крысу спасать? Тушим ее огнетушителем, давайте. Где? Не тушите мою еду. Давай, быстрее, сейчас сгорит. Так. О, все, готово. Можешь жить. Она побежала. О, вот это да. Лучший бургер, который я видел в своей жизни. 5 котлеток и аппетитно, в общем. Ладно, отдам ее мышке. Думаю, она оценит. На, мышка, держи бургер. В смысле, мышки? Я для кого старался? А лучше в помойку выброшу. Нет! Ладно. Мое творение! Короче, все, на этом это видео заканчивается. Набираем 10 тысяч лайков. Иди сюда! Всем пока, короче. Смотрите вот этот интересный ролик. Бам-бам-бам. Все, конец.